Какая Мераби Шатаевич, будущий вор в законе, известный по прозвищу Пончик, появился на свет 1 ноября 1964 года в Поти, вырос среди криминальных авторитетов, поэтому знал все положительные и отрицательные стороны этого поприща. Благодаря влиятельным родственникам ему быстро удалось получить воровской статус. В криминальной среде стал известен по прозвищу Пончик, несмотря на высокий рост и худое телосложение. У молодого вора в законе не было семьи и финансовых средств, зато он увлекался тем, что всегда было недопустимо для людей его статуса, имел пристрастие к запрещенным веществам. Тем не менее, эта пагубная привычка не мешала ему нарабатывать связи среди криминальных авторитетов и умело заниматься преступлениями. Пончик с молодости специализировался на карманных кражах. За это время он неоднократно попадал под арест. Сроки были небольшими, но он не успевал выходить на свободу, как вскоре в очередной раз оказывался на скамье подсудимых. В последний раз Какая Мераби за хранение наркотических средств был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в 2001-м. Из тюрьмы он вышел в марте 2002-го. К этому времени из-за пристрастия к пагубным веществам его репутация была утрачена, и многие влиятельные воры в законе ставили вопрос о его раскоронации и оставались лишь единицы среди тех, кто продолжал его поддерживать. 23 августа 2006 он ушел из жизни в поселке Хоргар.